Добрый день, меня зовут Алексей Шаров. Я один из авторов уникальных средств из растительных комплексов для регенерации тканей пародонта. И сегодня хотел бы сделать для вас небольшой обзор на вебинар по этой продукции. Долгий путь поиска привел нас к этим уникальным разработкам. Продукция изготовлена. Называются эти средства Фитодент. Они изготовлены из растительного сырья. И сегодня я расскажу вам о двух гелях, которые стимулируют ауторегенерацию в полости рта и могут применяться как в острый период, так и вне обострения. Это 100% медицинский девайс. Имеет он три уникальных отличия. Первый – это биоадгезивная основа гелей. Нами была разработана уникальная основа для того, чтобы обеспечить замедленное высвобождение всех активных компонентов. Тем самым мы имеем возможность снизить их концентрацию в геле, ну и повысить профиль безопасности таким образом. Ну и второе, мы можем ожидать вот этого более длительного эффекта, его сохранения, уменьшить частоту нанесений и без потери клинического результата. Гель представлен по форме выпуска в виде вот такого шприца с канюлей-дозатором, поэтому мы можем одинаково эффективно использовать его как в кабинете, срезая носик шприц, если это необходимо, и одевая одноразовые иглы для протравки или пломбировочного материала. Большая упаковка обычно используется для работы в кабинете 13 мл. Маленькая упаковка 5 мл выдается на руки пациента, и пациент, соответственно, после кабинетных манипуляций может наносить гель двукратно в сутки на весь объем десны в полости рта. И упаковки 5 мл ему будет достаточно на 2 недели. Гель действительно очень экономичный, он расходуется минимально за счет того, что образует пленку, а не создает массу геля. И биоадгезия, которую мы получили в результате разработки этой уникальной основы, одной из важных компонентов, именно она обеспечивает такую форму выпуска. Гель отлично прилипает к любой высушенной поверхности биологического происхождения, будь то кожа, слизистая в полости рта или вне полости рта. Мы имеем некоторый опыт применения наружный, но пока об этом говорить еще рано. Все-таки разработка была специально для пародонтологии. У нас имеется канюля в конструкции шприца, которая позволяет точечно наносить именно в то место или в удаленное место, также эффективно доставляя необходимые препараты и его компоненты, соответственно, в интересующую нас зону. Есть две упаковки, это 5 и 13 мл, поэтому удобно использовать как в кабинете врача, так и дома. Ну и, в принципе, наличие геля в домашней аптечке позволит избежать очень многих проблем при их внезапном возникновении. На рынке на сегодня имеются похожие товары, но действительно реальных конкурентов нет, потому что все представленные гели на сегодня на отечественном рынке или зарубежные это продукты, они содержат либо антисептический компонент, или содержат субстрат для обменных процессов и репарации. Но гель, который бы действовал мультинаправленно, то есть и очищал бы от остатков детритной массы и биологического мусора, стимулировал бы процессы репарации и регенерации, обладал неспецифическим аутоиммунным еще моментом, нормализовал флору полости рта, влиял бы на биопленку, препятствовал адгезии и, да, в общем, одномоментно, то есть стимулировал бы ауторегенерацию, нормофизиологическую, таких продуктов на сегодня на рынке нет. Это QR-коды, которые вы можете посмотреть и перейти сразу на страницу продуктов. Ну и покажу вам небольшой пример. За 7 дней мы можем добиться вот такого состояния десен. Мы видим, что пациент обратился к нам в не очень хорошее состояние. Мы видим отечную десну, гиперемированную, о чем говорит ее цвет и структура десны. Мы видим образование налета твердого и мягкого. Ну и после кабинетной манипуляции, проведения профессиональной гигиены полости рта, пациенту был однократно нанесен гель.
как это показано на фотографиях, и, соответственно, 7 дней пациент мазал гель дома, и спустя 7 дней пришел к нам вот в таком состоянии. Мы видим, что отек, гиперемия десны ушли, тут даже открылась рецессия небольшая, мы видим, убыли сосочков межзубных. Поэтому есть чем работать дальше, но пациент к нам пришел в очень хорошем состоянии на сегодня. Один из гелей уже защищен патентом, и формула изобретения включила целую композицию биологически активных компонентов, которые действуют мультинаправленно. Это в первую очередь экстракт осиновой коры. Мы сейчас будем говорить о геле с экстрактом осиновой корой, хлорофиллом, натриальгинатом и дигидрокверцетином, который является достаточно мощным антиоксидантом, антигипоксантом и также стимулирует восстановительные обменные процессы, улучшает трофику и питание пародонта. Это экстракт осиновой коры, который обладает выраженным дубильным действием и антисептическим, неспецифическим, к нему не возникает привыкания, он может применяться сколь угодно долго, без каких-либо ограничений. Это медные производные хлорофилла, которые обеспечивают доставку кислорода в эту область. Но в присутствии кислорода, как все знают, обменные процессы все идут намного активнее, быстрее. За счет этого мы сдвигаем pH в щелочную зону, что также препятствует развитию патологических процессов. Это дигидрокверцетин, который является, да, действительно очень мощным антиоксидантом и антигипоксантом. Это экстракт пихты сибирской, который содержит большой список каротиноидов, провитаминов, витаминов и также стимулирует обменные процессы и способствует восстановлению ткани именно нормофизиологических. Это альгинат натрия, который за счет большой своей молекулы связывает остатки органического мусора и выводит их просто механически. Это метилсалицилат, который тоже обладает септическим действием. Эмульгатор, ароматизатор, парабены и так далее. Это компоненты основы разные. Ментол, который кристаллизуется при правильном хранении в холодильнике, обладает охлаждающим действием при нанесении после, например, стоматологических, хирургических мероприятий, когда уже есть отек ткани реактивный, и хочется, чтобы вот был какой-то охлаждающий эффект на слизистой тоже. Мы также это можем обеспечить, либо это зона забора трансплантата, либо послеоперационные швы, либо это этап раскрытия имплантата на этапе постановки формирователя десны. Евгенол, который также действует, тоже, ну, они обладают оба эти компонента, да, средней антисептической активностью. Это уникальная основа, это сироп сорбитола и гидроксиэтилцеллюлоза, которые обеспечивают биоадгезию, вот эту тянучесть геля, очень интересное свойство, ну, и с тем самым сохранение активных компонентов в объеме наносимой массы геля. Лимонная кислота как стабилизатор, аллантоин и пантенол. Один из компонентов является кератолитиком, он случает омертвевшие эпители, а другой кератопластиком, он восстанавливает эпителиальный слой, что также стимулирует регенерацию. Касторовое масло и вода в качестве основы. Патент получен в 2021 году. Авторы это Ковалевский Александр Мячеславович, Латиферина Игоревна, Вячеслав Александрович Ковалевский. Ваш покорный слуга, госпожа Носова Мария Александровна, это хирург, пародонтолог, имплантолог, наш клинический отдел, и Некрасова Валерия Борисовна, хозяйка вообще всех разработок, касаемо Фитодент, и наш очень надежный партнер. Сделано это в России, сделано с любовью, и мы любим наше, и точка. Линейка Фитодент имеет несколько средств и форм выпуска, но об этом мы поговорим немножко позже. Первый вебинар сегодня хотелось бы посвятить обзору.